20-летнюю акацию высотой с 4-этажное здание попросту загубили. Об этом говорят жители дома номер 88 по улице Горпищенко. Задолго до случившегося люди не раз обращались в городские службы и заявляли об аварийном состоянии дерева. Вот 3 засохших дерева. Вот, не засох, эти зеленые были, их можно было спасти. Вот первый кипарис сухой стоит, уже лет 10 его никто не может убрать. И 2 акации, которые стояли под углом 45 градусов, их можно было спасти. Поставить вовремя подпорочки, и они бы радовали глаз людей бы. Дерево упало ночью, и, к счастью, никто не пострадал, говорят местные жители. Но теперь они опасаются, что стоящая рядом с домом акация – следующая на очереди. Обильные дожди подмыли ее корень, что может привести к падению, заключают люди. Констатируют, на их жалобы коммунальные службы до сих пор не отреагировали. Все прекрасно, все знают, звонили неоднократно. И я звонил, и соседи звонили, все. Все в курсе. Но мер никаких вот до сих пор никто не принимает. Виктор Авхимович вместе со съемочной группой побывал в 11-м РЭПе. Специалисты заверили, ответственность за аварийное состояние деревьев предприятие не несет. А вот убрать ветки с дороги пообещали уже в ближайшие 2 дня. Кроме того, согласились принять заявление на вывоз ствола, лежащего рядом с домом. Письменное обращение, по их словам, будет передано в Нахимовскую районную администрацию и обработано в течение 30 календарных дней. Анна Козлова, Дилявер Меджитов, информационный канал Севастополя.